может ли муж после одной измены с проституткой дальше любить жену? Конечно, может. Он может и не дальше любить, он в момент потрахушек с проституткой может любить жену. Потому что многие мужчины рассматривают по разным причинам. Еще раз говорю, это все тоже очень индивидуально. В моей практике профессиональной было огромное количество мужчин, которые с определенной периодичностью изменяли своим женам с проститутками, при этом были самыми заботливыми мужьями, отцами, хозяевами дома, добытчиками. Они всю жизнь прожили, об этом даже никто знать и не знал никогда. И они до сих пор вместе, даже в преклонном возрасте, взрослые люди. Тут надо смотреть гораздо глубже. То есть сам сексуальный контакт мужчины с женщиной, то есть мы говорим про измену, это уже такая вишенка на тортике. Там есть фундамент. К этому фундаменту нужно добраться. Почему так происходит? Почему?